Вот начинается следующий поединок в тяжелой весовой категории между Абдурахманом Нурмагомедовым, представителем школы Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца Хабиба Нурмагомедова, который является на данный момент настоящей звездой ММА, дерется в промоушене UFC и не имеет поражений. Кстати, он также участвовал в этом турнире, Хабиб. Против него вышел в то время достаточно еще неизвестный Абдулкерим Идилов, который уже принимал участие по профессиональному панкратиону. У него был поединок со Станиславом Молодцовым, и этот поединок Абдулкерим проиграл удушением. Сейчас мы видим его поединок против Абдурахмана Нурмагомедова. Абдурахман производит зацеп, переводит Абдулкеримова в партер, проводит удар головой, пытается доминировать. Идилов сковывает, не дает Абдурахману развиваться. Но мы видим вследствие удара головой, который провел Абдурахман, у Идилова появилась сечка. Спортсмены встают, повторный заход Нурмагомедова и еще один тейкдаун со стороны Абдурахмана. Абдурахман пытается перейти ноги, выйти в маунт. Мы видим очень сильное рассечение на лице Абдулкерима Идилова. Поединок останавливает рефери. Сейчас будет оказана помощь Абдулкериму Идилову. Спортсмены обтирают об крови, приводят в нормальный вид, и поединок возвращается, возобновляется из стойки. Активная атака со стороны обоих спортсменов. Идет такая бескомпромиссная рубка на руках, и зацепом уже Абдулкерим переводит своего оппонента в партер, но пропускает захват на треугольник. Абдурахман закрывает треугольник и начинает производить удушающий прием. С переходом, видите, на болевой на руку. Доводит прием до конца. Абдулкерим Идилов теряет сознание и проигрывает данный поединок. Часто бывает на удушающем захвате подобные инциденты. При удушении кровь перестает подходить к мозгу, и мозг отключается. Вот задача рефери в нужный момент остановить поединок, для того, чтобы дальнейшие действия не привели к серьезным травмам и вреду здоровья спортсмена, к которому применился удушающий захват. Вот уважение и объявление победителя. В углу Абдулкерима Идилова мы также видели Адлана Амагова, тоже бойца UFC, одного из первых спортсменов, который зашел в эту организацию из России. Магомед!